Я прошу тебя, пусть они зайдут, они исправятся, они больше так не будут это все делать. Я тебя просто молю, верни их. Вот хоть мы, вот я, Мия, Карась, Печенька, хоть мы и не участвовали в прошлой серии, но мы знаем, что там произошло, и мы все просим прощения за всех нас, за всех наркоманов. Мы больше так делать не будем, пожалуйста, прости нас. Пусти их, пожалуйста, на серию, чтобы они записали последнюю серию. Прошу тебя. Пожалуйста. Все, хватит, все, тихо, сейчас мозг мне взорвете, все, хорошо, все, скажите им, чтобы они заходили на сервер, давай, все, хорошо, запишем последнюю совместную серию по Among Us. Выясним все же, кто из нас предатель. А после этого больше ни один ролик с вами вместе не запишем. Все! Заходите все остальные наркоманы Петровичи! Давайте! Вы вот спасибо все скажите Мие, Чпуньку, Карасю и Печеньке, которые в предыдущей серии выживания не участвовали. Поэтому можно сказать, то, что они с команды еще не вылетели. А вот вы все остальные... Вот с вами мы потом серьезно поговорим. Спасибо. Ага, вот именно. Кота за причиндалы тянуть мы не будем. Начинаем прямо сейчас и все же выясним, кто из нас десятерых все же предатель. И что-то мне подсказывает мое сердечко, то что не я, а вы все в девятером сейчас будете предателями. Ага, давай. Поехали. Я и картошечка. Здравствуйте, картошечка. Мало того, что я еще и убийца, так плюс к этому всему, все вот эти наркоманы Петровичи, которые меня сейчас уговаривали якобы записать последний совместный ролик перед тем, как они уйдут из команды, они до сих пор не понимают, что все это троллинг. То есть во вчерашней серии выживания там на самом деле такая лютая попа-жопа произошла, то что... Просто, да, включите вам уже этот цвет! То, что я якобы выгнал просто всю команду наркоманов Петровичей, и они реально в это поверили. И это как бы наша с Катей была задача, чтобы они проверили, выключим. А, реактор! Реактор сломался! Побежали! Закроем дверь сейчас на всякий случай. Ой, Миечка, здравствуйте. Ага, и валим отсюда с этой комнаты, чтобы меня не успели спалить. Они до сих пор думают, что вот тут вот вчерашний троллинг, он на самом деле как бы реальный. Здесь есть люнг. Так, ладно, главное, чтобы меня не заподозрили. Когда я забежала в столовую, со мной был еще Банан и Коля, и закрылись двери. То есть импостеры могут закрывать двери, когда они находятся в этой комнате. Поэтому мне кажется, что это либо Банан, либо Коля. Ну, я вот считаю, что это ты. Вот и все. А почему ты валишь сразу все на картошку, если она тебе спалила то, что ты дверь якобы закрыла? Обоснуй давай, Карась. Ну, потому что когда она зашла, двери закрылись. Значит, это может быть она. Ну, с одной стороны, логично. Ну, слушайте, я пока не могу сказать, кто это может быть, но что я могу сказать 100%, это не Печенька. Потому что в начале раунда я видел, как она в медпункте выполняла вот там задания, которые могут выполнять только члены экипажа. Поэтому это 100% не она. И я тоже проходила медосмотр. Это видели. Пока что исключать мы никого не будем. Ну так вот, я не успел договорить. Самое главное, чтобы наркоманам Петровичам никто не спалил, что это троллинг. Потому что они до сих пор думают, что я их выгнал из команды. И они не должны знать, что мы просто с Катей их пытаемся проучить. Кто-то смотрит через камеры. Я бы кокнул сейчас самочку и карася, но не буду это делать, потому что Костечка, 100% Костя смотрит через камеры, он самый большой любитель через них смотреть, поэтому валим отсюда куда-то вот в эту сторону. Выключаем кислород. Утечка кислорода, если сейчас кто-то забежит вот сюда ко мне. Давай, появись кто-то на горизонте, я просто закрою за тобой дверь. Чё, никто? Никто не будет сюда бежать, что ли? Я-то думал, то, что я сейчас хотя бы одного смогу кокнуть, или они сейчас вообще не успеют починить ряд. Успели собаки сутулые, я думал, не успеют. Ладно, сейчас, мне кажется, сюда уже... В смысле труп?
И тогда еще один труп будет в одной комнате! Валим отсюда, чтобы меня не успели спалить! А куда свалить? Куда свалить? Сейчас кто-то зайдет и просто офигеет от того, вот тамочка зайдет и офигеет, что в одной комнате два трупака валяются! Слепошарая. Она даже не заметила их. Она просто продолжила выполнять задание. Опа, карась! Оп! Мне кажется, что это Амочка, потому что в комнате, где она выполняла задание, было два трупа. Ей некуда было бежать, и она выполняла задание. Кстати, я тоже вроде не успел прибежать к трупу и видел, как передо мной пробежала Амочка в какой-то комнате. Это вроде были щиты. Амочка пробежала, я бежал к трупу, но карась быстрее его зарепортил. Поэтому, мне кажется, это на 100% Амочка. Она хотела... Я же проходила медосмотр. Кто это видел, то, что ты проходила медосмотр? Печенька видела. Печенька? Так подожди, так тогда печенька прикрывает тамочку, получается. А печенька мертва! А печенька мертва! Ага! И Чпуньк должен был видеть. Я голосую на самом деле за Амочку, потому что она была в комнате, где было два трупа, и она никого не зарепортила. Это 100% она. Прости, Амочка, но ты очень сильно спалилась. Как профессионально перекинуть на кого-то другого вину? Выключаем свет и бежим кого-то кокать. Нам вроде с картошкой осталось еще убить двух человек, и тогда мы выиграем. Можно еще на кого-то вину вот это свалить, и тогда будет вообще просто идеально. Вот, допустим, карась. Закрываем дверь, пердокаем карась. А, чё, всё, что ли? Врун, я же выполняла задание, почему вы мне не верили? Ну, может быть, ты просто подозрительная. Амочка, я считаю, то, что ты подозрительная, потому что ты очень часто становишься убийцей без причины. Я вот, честно скажу, один раз в три ролика становлюсь убийцей. Амочка, каждый раз, вот смотрите, сейчас начнем второй раунд, и Амочка 100% будет убийцей. Давайте. Это Амочка, можете сразу голосовать за нее, я вам зуб свой даю. Ага, давайте. Мне почему-то кажется, то, что после этого она на меня очень сильно обидится. Не, ну как бы, а чё? Это же моя задача, валить вину на всех других тогда, когда ты убийца. Вот, я прекрасно справляюсь с этой задачей. А сейчас, так же хорошо я должен справиться с задачей с тем, чтобы выполнить задание как можно скорее, уже свет вырубили. Главное, чтобы меня сейчас не вырубили во время того, как я выполняю задание. Так... И здесь еще одно задание. Обожаю, просто обожаю, когда в одной комнате по три задания. Костичка, голубенький, ты прям с алмазами очень сильно сливаешься, тебя даже незаметно. Когда Костя на меня всегда вот так на шифте смотрит, мне кажется, что это он. Валим отсюда в комнату с камерами. Хотя я сейчас видел то, что печенька за кем-то подсматривала. Чё зыришь, глаза пьёт, это пузыришь? Подозрительное хлебобублочное изделие. Вот кто печенька. Так, и Амочка здесь что-то. Всё, хорошо, Амочка. Хорошо, сейчас я вижу то, что ты выполняешь это задание. Смотри, Амочка, смотри. Я тоже выполняю задание. Я тоже не убийца. Это задание могут выполнять только те, кто не убийцы. Чпуньк, картошка, Амочка и печенька видели то, что я не убийца. Ну, тогда... Опа-на, двери закрылись у меня перед глазами. Это Чпуньк или картошка? Короче, дети мои, какая у меня теория? Мы были в комнате вчетвером. Вы практически все видели то, что я не убийца, потому что я выполнял задание в медпункте. И, честно вам скажу, на сей раз Амочка тоже не убийца, потому что она тоже выполняла задание. И когда мы находились в этой комнате, закрылись двери. Там была картошка и Чпуньк, поэтому 100% кто-то из них двоих убийца. Вот 1000000%. Это наверняка не Чпунь, потому что я с ним оставался в камерах. Около 40 секунд чекал камеры, он просто стоял и наблюдал. С дверьми играется банан все время. Значит, возможно, банан прикрывает Чпунька.
кстати, хорошая теория. А учитывая то, что желтый всегда виновен, даже когда у меня нет подозрений на банана, я бы с удовольствием ее выкинул за борт. Поэтому голосую за банана. Банан, ты меня прости, конечно. Я дверями балуюсь, когда я пьяный. Я сейчас совершенно не пьяный. Ты всю жизнь пьяный, банан. Поэтому до свидания, встретимся с тобой в открытом космосе. Ага. Минус банан, это 100% он, но у меня все же подозрение на чпунька и на картошку. И самый замечательный способ узнать, они это или нет, это, конечно же, пойти в комнату с камерами и проследить за ними. Ага, чпуньк что-то подозрительно ходит, и он зашел вроде в одну комнату, и он что-то с карасем просто трется, он даже не видел то, что я через камеру за ним наблюдал. Быстро, чпунь, я же знал то, что это чпунь, и банан, наверное, то еще и свет выключили, главное, чтобы он меня сейчас здесь не запердохал. Так, в смысле, как они, кнопки не работали? Чпуньк! Он у меня на глазах. Когда я смотрел через камеру, запердохал карася. И да, ты даже не посмотрел в ту сторону, то, что камеры были включены. Это чпуньк! И походу наша теория подтверждается. Это был банан. Второй, это и чпуньк. Давайте, голосуем за чпунька. Подожди. А вот сейчас давай послушаем мою теорию. Короче. А банан умер. Моя теория, это, короче, Амочка, потому что смотри, как было все. Мы втроем побежали, получается, я, Карась и Амочка, мы побежали вон через, где, оружейную, мы побежали в сторону навигации. И получается, что правильно, я убежал, и как бы Амочка убила Карася. Ну вот и все. Поэтому я за Амочку. Я же проходила медосмотр. Подожди, ты втираешь мне какую-то дичь. Я чё, дальтоник? Я не смогу отличить вот этот лаймовый цвет от какашечного. Какашечный коричневый цвет убил черного, а черный это карась. У меня на глазах. Хотя бы один раз в жизни поверьте мне, что это был чпуньк. До свидания, чпуньк. Вот там или будешь летать с этим бананом в открытом космосе вместе. Так, подождите. А значит, это не банан был убийца, если мы до сих пор еще не победили. А вот это уже интересно. То, что это чпуньк, я уверен на 100%. Мы все видели то, что чпуньк убил карася. А походу сейчас картошка стояла и выбирала саботаж у себя в инвентаре, да? Потому что она что-то залагала на какое-то время. Еще и свет выключила. Собака-то такая пописяка. Костичка. Костичка. Свет выключился и свет включился. Я вообще не понимаю, кто это может быть. Собака картофельная! Ёперный рот! Это Амочка 100%, я видела, как она забежала за угол, и когда вернулась, смотрела, я наверное забежала, видела. Я проходила медосмотр. Это не я. У меня есть теория небольшая. Возможно, это Даша, потому что Даша все время бегала за всеми. Это первое. Второе. Голосуем за Дашу. Ты такая жопа, картошка, честное слово. Она со мной страшные вещи делала в одной комнате. Она меня не только убила, она там что-то со мной другое хотела сделать, но я вам, конечно, не скажу, что. Картошка, тебе самой не стыдно? Я хоть и желтый, я хоть и предатель, но я не предатель, потому что я всегда предатель. Но если я не предатель, это значит, что я желтый. Чё он сейчас пёрнул? Да это... он опять бухой, я уверен. Я не бухой. Банан! По акценту моему. Ты желтый! Ты предатель даже тогда, когда ты не предатель. Потому что почему? Потому что ты предатель. Третий раунд! Погнали! Карасечек! Братик мой! Какая встреча! Две серии назад, когда мы с карасем были двумя убийцами, мы затащили всех буквально за считанные минуты.
Если вдруг нам повезет, мы сейчас всех тоже сможем кокнуть максимально быстро. Я вот предлагаю выключить свет, дождаться, пока кто-то зайдет в эту комнату, допустим, Мия, подойти и просто ее запердососить и свалить через люк, куда... Я даже не знаю, куда валить через люк, потому что в любом случае меня спалят. Просто буду находиться здесь. Просто заходит печенька. Я нашла труп, но забыла, где это. Я вам честно скажу, когда кто-то где-то находит труп и даже не знает, где он его находит, это сразу становится как-то немного подозрительно. Вы это не замечаете, не? Мне кажется, что это Эд из-за того, что типа у него очень голос подозрительный, и он мне вообще сейчас не нравится. А ты мне в принципе, Костя, никогда не нравился и не нравишься. И чё, я тебя сейчас в каждой игре буду обвинять в том, что ты убийца? Это дискриминация ютуберов получается! Он меня обвиняет, потому что ему просто не нравится мой голос. Костя, ты нормальный? Ну ты подозрительный очень. Мне кажется, что это Карась, потому что когда мы шли чинить свет, он выбегает со стороны люка, а потом, когда мы починили свет, он хотел, походу, убежать в люк. Он стоял прямо над ним. Но увидел, что за ним, я начал подглядывать. Банан как-то слишком запутанно разговаривает. И, в принципе, он желтый. И тут как бы все становится на свои места. Это банан. Голосуйте за банана. Вы сейчас меня опять кикнете, а это окажусь не я. Банан! Просто поменяй цвет в следующей серии. Чпуньк стал какашечным. Стань каким-то, я не знаю, каким поносным цветом каким-то стань. Не без разницы. Честно, мне уже даже немножко жалко становится банана. Не, ну как бы, а чё? На желтых всегда почему-то проще всего свалить вину. Картошечка бегает. Ага, и Лерочка бегает. Давай, карась, иди куда-то убивай кого-то. А я постою в этой комнате и подожду, пока сюда кто-то забежит. Вот, допустим, Лерочка! Пердососим Лерочку и сваливаем через люк. Карась, давай! Давай, карасёчек, нам осталось еще кокнуть двоих, и тогда мы с тобой выиграем. И сейчас давайте выключим кислород. Вот так. Кто-то в комнату, забежите сюда, пожалуйста, забегите, кто-то в комнату, с любой стороны, без разницы, пожалуйста. Пацаны, это Карась, инфа сотка, это он. Он проходил труп, точнее комнату с трупом. Когда я проходил комнату с трупом? Я вот этого не пойму, Костя, я не проходил сегодня. В смысле сегодня? Какую комнату с трупом он проходил в прошлом раунде? Так мы говорим про этот раунд, сейчас кого-то кокнули, кого? Ну это Карась, 100%. Ты на меня просто так гонишь. Костя. Подождите, давайте спросим нейтральное мнение. Картошка, что ты думаешь? Ну мне тоже кажется, что это Коля, потому что это точно не Костя, ибо он со мной бегал постоянно, и он мог меня убить сколько-то, ну уже много раз. Насчет Амочки я честно не знаю, но когда были саботажи, даже Коля мимо них пробегал. И вообще-то, когда были саботажи, я пытался на них идти, но их чинили, так что... А чё это получается? То, что остались два убийцы и остались два выживших. А, нет, три выживших. Ну тогда смотри. Просто Карась, мы просто подходим, просто берем и просто где картошка? Просто берем картошка, подойди. Просто пердохаем картошкой, просто выиграем посередине, да! Посередине всей игры. Ой, Костя, очень поздно ты все понял. Плохо ты видел, у тебя походу этот, я забыл болезнь, когда там цвета не различаешь, вот. Дальтонизм, да? Да. Печенька, походу ты видела, как это я вылез из вентиляции, или все же Карась. Но почему-то она подумала, что это человек какашечного цвета. Ладно, Костечка молодец, но Костечка, ты слишком поздно все понимаешь, кто убийца. Брат, ля ты крыса просто. Пипец вообще, крыса. Костя, и вот кто... это еще одна черная крыса. Кто крыса? Кого ты сейчас ты... крысой? Я крыса? Костя, ты Ты подожди, этот голубой грузинский мой друг. Ты когда что-то говоришь, ты вот это выражение выбирай, Костя. Бан просто. А за что? А за то, что это, ты что обзываешься? Ты вообще так как... Это банан. Подожди, Костя, ты вообще из команды вылетел? Ты больше с нами ролики не записываешь.
За шо? А вот за то, Костя. Бля, ты крыса. Ты это мне сейчас сказал, Чпуньк? Банану. Банан. Смотри, банан. Предатель. Ты что, офигел? Аферист?